Диана – воспитанница студии «Грация» из станицы Отрадная Краснодарского края. В свои 10 лет она уже не раз становилась победительницей различных конкурсов, принимала участие и в «Минуте славы». Признается, что мечтает стать артисткой цирка «Дю Солей». На арене цирка я выступала первый раз. Мне очень понравилось, так как я могу показать свое мастерство и посмотреть на мастерство других. Фестиваль проводится раз в 2 года. В наш город он приехал впервые и собрал более 2000 молодых цирковых артистов. Их возраст от 5 до 25 лет. Это фестиваль-конкурс, который продлится 3 дня отборочного тура. И 29 числа у нас состоится гала-концерт, куда войдут лучшие из лучших, по мнению жюри. Эквилибристика, акробатика, клоунада – диапазон цирковых жанров самый обширный. Трудолюбие и способности этих талантливых детей не раз в этот день отмечали зрители своими аплодисментами. Такие фестивали нужны, они дают детям рост, они... Чувство соперничества и конкурс, он помогает расти. Символично, что именно в Анапе зажигаются новые звезды. Наш город в очередной раз подтверждает свой статус – республики детства и фестивальной гавани России.